Так, погоди. Почему ты еще не подписался на мою группу ВКонтакте? Ведь там ты можешь найти много всего интересного. Например, расписание выхода роликов и новости, связанные с каналом, и не только. Ссылка в описании. Здравствуйте, ребятишки, с вами Рирус, мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на сервере Premium Land, а точнее на втором сервере Premium Land. В чем же фишка этого сервера? Здесь, ребята, нестандартная карта стоит. Карта называется Центр. Вот так вот она выглядит. Давайте посмотрим на карте, как это выглядит все дело. Здесь есть вулканы, ребята. Есть древние заброшенные постройки, есть летающий остров, есть снежные биомы. Несколько штук, два даже. Болото. И все. Ну, карта реально интересная, прикольная. Особенно мне нравится вот эта центровая штука, которая прям по центру карты расположена, вот эти острова. Между ними можно прикольно плавать.
И по этим болотам тоже забавно. Мы вчера переезжали с одного места на другое, на плоту. И немножко поплавали здесь. В общем, ребята, по модам здесь стоит минимум. Давайте посмотрим, что здесь есть. Итак, где там? Смотрим анграммы. Листаем сам низ. В основном здесь моды на кастомайз. Это всякие шапки прикольные. Вот они, допустим. Пошли шапки. Очень много их, как вы видите. И прикольное оружие. Кирка есть. Копье, меч, щит. Хитиновый, обсидиановый, кристальный. И еще какой-то щит. Ну и здесь какие-то стрелы интересные. В общем, модов по минимуму. Также, ребята, вы могли заметить уже, что птеродактиль у нас не очень-то такой вот из стандартной прям окрасочки дойдет. Это тоже, ребята, мод. И такие седла можно прикупить только в шопе. То есть только за донат такие седла доступны. Стоит недорого. У каждого седла есть свои фишки. Допустим, вот это седло нам... Что оно дает? Это седло увеличивает скорость передвижения. Не намного. Вот такие вот, значит, штуки. Есть на дамаг, на вес. Что там еще? На хп. Ну и на скорость бега. Каждое седло, каждая раскраска, вот эта вот неоновая подсветка, выглядит по-разному. Есть почти на каждое животное такие седла. Но сегодня мы полетаем именно вот на этой штуке. Играем мы здесь уже 3 дня, ребята. Базу я пока показывать вам не буду. Пускай останется в секрете. В общем, приходите и играйте вместе с нами, ребята. Сервер новый, 25 числа только он открылся этого месяца. Так что прошло всего там, не знаю, неделю, наверное, с открытия. Рейты здесь X3 на все. И на приручение и разведение X5 стоят. Давайте полетаем, немного посмотрим на эти достопримечательности. Ну, здесь снежный биом я уже вам показал. Выглядит он обалденно, очень похож на North Skull. А точнее, там была локация такая. Ох, забыл, как она называется. Какие-то холмы там, короче. Ну, это вот центровой остров. Весь замес в нем происходит. Именно вот в этом острове. Давайте сейчас посмотрим на него. Видите, он по кругу окружен водопадами. Вот так вот это выглядит. Ну, выглядит обалденно. Еще мне понравилось, здесь огроменные пещеры присутствуют в этой, на этой карте. Реально прям пещеры просто колоссальных размеров. Может быть, сейчас одну даже найдем. Я вот все надеюсь, что вот в этом острове где-нибудь спрятана пещерка такая, на которую можно только залететь. Как, допустим, на Вальхале такое было. Да, вот она. Реально здесь пещера есть. Смотрите, какая здоровая. Офигеть просто, да? Ну, здесь, смотрите, металл, жуки, пауки, скорпионы. В общем, все, что обитает в обычных пещерах. Вот так вот она выглядит. Ну, все, ее смотреть не будем, полетим дальше. В общем, здесь можно строиться. Даже на этом грибу, по-моему, можно построить себе что-нибудь и жить на нем. Еще мне нравится фишка карты. То, что сделали ее, в общем, весьма интересно. Запомните, на обычной карте как бы границы — это получается такой невидимый барьер, а здесь этот барьер заменили на вот такую вот штуку. Сейчас мы на нее посмотрим. В общем, просто обрывается земля и вода стекает вниз, а внизу будет видно небо. Давайте сейчас на это поглядим. Долетим до туда. Птеродактиль пока медленный. Еще не качанный толком. Скорости мало у него. Еще он хочет жрать. В общем, вот он, снежный биом. На самой верхушке очень холодно, ребята. Даже в полном комплекте меховом дамажит вас этот лютый холод. Что весьма и весьма печально. Сейчас мы тут немного мяса с него рубанем. Что-то немного, хотя хватит. Мясо, вот видите, вот эта граница. Просто такой вот обрыв. Давайте поглядим, как это выглядит.
И создается такое ощущение, что вся эта карта находится где-то далеко, высоко, в небесах. Что весьма и весьма круто выглядит. Чем-то похоже на Outland'ы из того же самого World of Warcraft. Это когда планету Дренор там раздербанило на части, остались шматки локаций. И обрывались они примерно так же. Ну обалденно, да? Ну за это точно лайк, ребята, за такую карту, чудесно. Давайте слетаем на вулкан, посмотрим. Потому что вулкан это... Снежный биом там мы, может, и видели, да, на обычной карте. А вот чего нету, так это вулканы и лавы. И лава довольно-таки дамажная это, ребята. Реально наносит урон. Также там есть обугленные деревья, из которых добывается уголь. Это тоже весьма и весьма круто. Можно прямо в птеродактиле этот уголь херачить. Смотрите, такой островок прям небольшой. Карта, кстати, чуть-чуть побольше, чем обычная, за счет вот нестандартной своей конструкции, так сказать. Но, блин, не знаю, как-то она ощущается маленькой какой-то, что ли. Если взять ту же самую Вальхалу, она прям чувствуется гигантской. А это какая-то мелкая, потому что тут преобладает вода на этой карте. И здесь примерно процент... Ну, если не соврать вам, ну, 50% точно воды здесь есть. На всем этом. Смотрите, даже текстурка моря здесь другая. Офигенно. Я думаю, там и подводные пещеры какие-нибудь есть крутые. В общем, ребята, залетаем в огненный биом. И здесь, из-за того, что здесь накладываются фильтра, все животные становятся таким вот светлым оттенком. Видите, прям светловатые такие. Хоп. Мы рубанули на птеродактиле прям дерево, и с него выпал уголь. А если мы будем рубить киркой или топором, то будет падать оттуда не только уголь, но еще и само дерево. Как ни странно, да, ребята? Кто бы мог подумать-то, что с дерева дерево падает, да? Вот это поворот событий. Дерево, уголь и солома. Ну, как обычно, в общем, только плюсом идет уголь. В общем, уголь здесь можно добывать на любом животном, как я понял, в этом биоме. Но здесь очень и очень жарко, ребята, и начинает потихоньку отниматься хп. Вот она, в общем, лава. Давайте заведем туда кого-нибудь, эту лаву, и посмотрим, как она будет дамажить. Давай, дружочек, беги за нами. Не хочешь, что ли, за нами идти? Оп-о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 п. Иди сюда. Оп-оп-оп-оп-оп. Дамажит, 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 дамажит. Сдох. Сдох, зараза. Просто взял и сдох, нахрен. Взял и отрубился. Тирекс! Да иди нахрен! Дурной, что ли? Давайте взлетаем на самый верх, посмотрим, что, да, как здесь происходит. Давайте присядем и регеним стаминки. Немного так. Самую малость. Самую малёху. Давненько у нас не было старых добрых летсплея, да? В основном у нас сейчас в последнее время монтажик, да монтажик, ребят. Монтаж-демонтаж. Ух ты, спинозавр здесь гуляет. А это что, там рыба какая-то красная? Где-то водоросли такие. Смотрите, там нефть. И спинозавр такой. Реально, видите, из-за этого фильтра кажется, что животные такие бледные. Которые здесь накладываются. Вот она. Жерло вулкана. Смотрите на эту лаву. Она прям бурлит. Воу. И здесь, смотрите, ребятишки, что еще можно добыть. Обсидиан, металл, кристаллы, в общем, стандартная гора, по сути-то, да? И здесь еще нестандартно тоже расположены обелиски. Ну, как бы стандартно, в принципе-то, да? Красный на вулкане, все логично. Зеленый. Почему-то синий вот не в снежном биоме, а в снежном биоме он там зеленый торчит. Могли бы тоже немного переделать. Ладно, полетели отсюда. Ух ты. Тут я не видел, смотрите, прям такой... Вулкан и мост. Все как надо, круто. Весело и обалденно. Ну жизнь здесь, конечно, это самоубийство, мне кажется. Жарище будет лютое. Это только вот в зеленом костюме здесь гонять постоянно и радоваться жизни. Давайте еще куда-нибудь слетаем. Я хочу вот на эти вот острова. Я на них сам еще не был. Был вот только на том, где синий обелиск. Это как бы стартовая зона там, начальная. И туда выкидывают новичков. В эту зону. В общем, вот этот вот материк похож на хищный остров.
Либо на Вальхале есть какой-то тоже пустынный биом, можно так его назвать. Чем-то напоминает. Ну, смотрите, здесь видите, снег сделали черным в этой локации, и пепел повсюду, пепел просто идет. Здесь постоянно все горит. Ну, обалденно, в общем, мне нравится. Островов-то здесь сколько там таких интересных. Ну, расстояние, видите, маленькое, можно даже просто переплыть, стамины даже хватит. Если на той же Вальхале, допустим. Да че я все к Вальхале так это придираюсь? Видимо, хочу на ней поиграть, да? Видимо, да. Так, что же здесь есть еще на этой карте? Ну, это просто кусок черного дерьма. Хотя нет, смотрите, такой перепад идет. Наполовину подгорел. Беру свои слова обратно. Не дерьма кусок, а наполовину кусок. Не очень сильно мне понравился вот этот вот вулканический биом. Как-то сделал... Ну, потому что я, наверное, на минимальной графике играю. Может быть, поэтому не понравился. Может быть, на максималочке будет покрасивее все, конечно, смотреться. Я думаю, конечно же, будет покрасивее смотреться. Ну, первое впечатление, допустим, если взять обычный биом, то он прям как уже... родименький. Хотя здесь тоже, по-моему, текстурки вот, видите, немного поярче. В общем, Ванамас стайл включаем и обсуждаем текстурки. Ладно, неважно. Не в текстурах здесь дело на этой карте, а дело в этих постройках, которые здесь есть. Которые сами разработчики этого мода, этой карты, налепили сюда. Очень крутые и прикольные. Ух ты, смотрите, тоже какое место интересное. Вот здесь бы прям базу-то воткнуть какую-нибудь, да? Без бегемота, без загородить, и прям такой прям проход-то лютый получается. Единственный минус — вода, конечно. Ну, тоже нормально сойдет. Тоже сойдет. Давай, регинься. Вы посмотрите просто на это. На этот мод. Ну, блин, обалденно. Светятся, конечно, они. С этими седлами. Реально круто смотрится. Прям неоновая такая хрень. Ох ты. Нашел кого-то. Кто-то живет здесь. Давайте заценим. Опачки. Изи. Без крыши, значит, дома решили строить себе, да? Ну, в общем, обычный остров такой. Похож на травоядный остров из обычной карты, да? Немного. Ну, давайте полетим. Мы туда не будем лететь. Там обычно тоже остров и остров. Ничего интересного нет, никаких построек. Давайте залетим вот сюда, вот на эти вот скалы интересные. Мне реально понравилось это место. Особенно здесь, если поплавать на плоту. Паралиплей, так сказать. Проникнуться атмосфера, реально круто все сделано. Вообще прям просто офигенно. Акулы на мелководье. Почему бы и нет? С металлом здесь тоже, ребята, проблем нету. Металл обычно вот на таких вот уступах появляется. Здесь его, к сожалению, не удалось нам найти. Именно на этом уступе. Ну, в общем, вот на таких вот горах или горах. На таких вот штукенциях полно бывает металла. Да. Вон он. Вот он металл, в принципе. Везде он натыкан. Везде он есть. Анкила с седлом что здесь делает? Какого трайба? Мирный. Знаю этого человека, он нам помогал с кожей. Потому что мы прокачивались на плотах. Видимо, здесь где-то живет неподалеку, да, этот мирный? Да, вот он. Вот он как раз и живет здесь. Надо будет ему кожу потом завести. Ты его то ли зарыдили, то ли он дом строит себе новый. Скорее всего, строит. Вот такие вот места здесь. Посмотрите, просто обалденно, реально. Смотришь на нее и нарадоваться не можешь. Нужно нам найти какую-нибудь постройку какую-то интересную. Опа, пещерка какая-то, да? Почти. Почти пещерка. Самая малость была бы пещеркой. Так, ребятишки. Ребятишечки. Давайте поможем найти Глебу. Вот они. Твою мать, вот они. Видите, как выглядят? Вот такие вот постройки. Ну, здесь просто пещера. Можно нырнуть туда вниз. У меня, к сожалению, нет ни акваланга, ни хрена с собой. Смотрите, какая глубокая. Можно так вот багом посмотреть.
реально жесть. И там что-то еще будет по-любому, там какой-нибудь отсек, куда-нибудь можно будет заплыть и выплыть потом где-нибудь здесь. Так, ну это самая малая часть, самое малое, наверное, место такое. С этими древними постройками. Ну где-то не обмануть бы вас, где. Вот именно. В общем, короче, можно себе найти такое классное место и застроить его, и будет офигенно. В принципе, все здесь этим и занимаются сейчас. Так, вот что-то вижу здесь. Угу, понятно. Вот это наша постройка, мы раньше здесь жили. Вот на этом вот. Трайт нас, кстати, называется Выживший. На этом сервере. В общем, здесь вот мы кантовались пока что. Это был такой загон для животных, временный. Жили на плоту, но потом мы переехали в другое место. Так. Вообще я нашел примерно 5 или 6 таких вот мест, которые мы сегодня посмотрим. И это еще не предел, их на самом деле очень много. Очень много всяких пещер. Давайте сейчас в одну залетаем. Слетаем, залетаем. Так, я сейчас летаю по памяти, без GPS, без всего. Просто там, где помню, так сказать. Халк живет здесь. Лучше его не злить. Вы же знаете, что злой Халк может расхерачить пол Нью-Йорка. Так что здесь у нас, конечно, не Нью-Йорк, но высотные здания есть. Вот они. Если можно вот эти вот скалы отнести к высотным зданиям, то в принципе похоже будет. Он их расхерачит и будет опасно здесь жить. Все, не могу найти теперь эти постройки. Ладно, давайте пока возле болота посмотрим на болотный биом. Он реально тоже крутой, такие прям джунгли. Болотный. Реально, вот здесь, смотрите, по всему болоту можно плавать, как ты хочешь просто. Есть такие тропы небольшие. И вот по этим тропам мы добирались до нашего будущего места, так сказать. Вот, сел, отлично. Простаминку совсем забыл. Было, в общем, весело. Да. К сожалению, не удалось это заснять, так как это было время позднее. И, ребята, смотрите, здесь очень много бобровых норок. Вот таких вот хаток. Давайте одну откроем, посмотрим, что же у них бывает. У них, смотрите, паста, дерево, грибы и бобры сраные. Вон, уже дамажит меня. Это отвали! А это пираньи. Идите нах. Дуры, отстаньте от меня. Все, они идут за мной. Отлично. Найтвинг. Ночное крыло. Давай сюда, в бой. Оп-оп-оп-оп. Отлично. Так, в общем. Вот такие вот штуки. Их здесь очень много, ребята. На самом болоте их, ну, так примерно. И примерно более-менее. И вот видите, внизу карты, примерно на координатах 70-60, начинается внизу идти такие 4 озера. В общем, таких озер довольно-таки много. И вокруг этих озер эти бобринные норки, бобринные хатки располагаются. В них падает жемчуг, паста. Потом что, дерево. И грибы, цветки редкие. Вот она, смотрите, эта постройка, ребята. Она офигенная. Такие ступеньки прям. С выходом наверх. И вверху такая поляна, на которой можно построить базу. Здесь я вижу уже костры чьи-то, да? Кто-то застолбил себе это. Постройку. В общем, можно такие их. Вот, баз настроить здесь великое множество. Каждому хватит по древнему такому вот артефакту, по древней постройке урвать. Давненько, точнее не давненько, а не хватало, в общем, такой штуки. Так, это кто пролетел там? Это обычный птер был или не показалось? Что? Птица летает куда-то. На обычной карте не хватает вот таких вот построек на самом деле. Потому что они, смотрите, какие крутые. Ну это, видите, копипаст просто. Ctrl-C, Ctrl-V сделал. И точно такую же замутил себе постройку. Это не зачет. Но есть их несколько. А нет, смотрите, по-другому немного сделано. Здесь вот как-то вот
иначе, что ли? И доступ к металлу здесь есть. А наверху... Воу-воу-воу-воу-воу! Это Рекс же? Да, это Рекс. Круто, я думал, что он здоровый какой-то. Давненько я Рексов не видел, что ли? Хотя у нас есть Рекс. Так, вот он пошел прям. Выпустил древнее зло, так сказать. И забыл, о чем говорил. Ну да ладно, неважно, видимо. В общем, вот они, такие вот построечки. Здесь уже кто-то живет. Мур. Мур! Я знаю этот план. В Архейдж играли вместе. Ну как вместе? В разных кланах, конечно. Причем довольно-таки известный мультиигровой клан. Можно так его назвать. Видимо, приглянулась им игра. И приглянулся этот сервер. Но это хорошо. Народу у них там много. Должно играть. Может быть, просто кому-то понравилось название. Кто-то сделал себе точно такое же. Я знаю, что у них была фишка в каждой MMORPG делать персонажа с зелеными глазами. Тогда тебе принимали 100% в клан. Забавно. Забавно. Правильно. Фишечка нужна своя. Вот они, смотрите, такие вот построечки есть. Это такие, видите, маленькие. А вот здесь вот, если вот здесь закупорить, потом закупорить вот здесь, вот бегемотами, допустим, доставить, да? И у вас откроется вот такое вот место здесь шикарное просто. Такая пещера сквозная. Здесь тоже бегемотина. В общем, крутая база. И вот мы как раз прилетели к этим бобриным хатам. Вон, видите, бобер плескается там. Тут рапторы бегают, бобров лупят. И можно все это дело хорошенько так полутать. И что-нибудь полезного раздобыть. Вот тут тоже, смотрите, прям базу себе забабахал, и все, и живи как хочешь. Развивайся, так сказать. Ну, блин, реально, ребята, круто. Круто. Так, скоро ночь, ну здесь ночь ускоренная в основном. Ну, как она такая светлая, и под конец там, допустим, знаете, когда вот остается минута до утра, да, рассвет здесь в 5 утра, да? И в последнюю минуту прям пипец как темно становится, так хлоп, на минуту темно, потом опять рассвет, и все, отлично. В общем, крутая тема, на самом деле. Но мы переждем ночь, чтобы вообще темно даже не было. Хотя, вот, видите, примерно вот так вот видно, в принципе, все. Нужно на Птера посмотреть на этого. Хорошенько его рассмотреть. Смотрите, какой он яркий. Офигенно просто. Неоновая раскраска. Шух, моргает, сияет как раз. Ладно, ждем рассвета. Хотя, ребята, смотрите, довольно-таки светло, да? Даже ночью. Вот этим мне понравилась вот эта фишечка. Черепаха такая одинокая тоже стоит там. Что-то мутит. Что-то делает. Свое не такое нехорошее. Ну да ладно, пусть стоит. Так, полетели, значит, ребята, еще в одно прикольное место. Покажу вам одну фишечку такую, этой карты. Мне она понравилась, выглядит забавно. Это такая огненная голова. Точнее, остров в виде огненной головы. Ну, видите, довольно-таки много этих построек здесь. Может быть, конечно, та же самая. Хотя нет, это другая. Здесь, возможно, пролететь через эту хрень. Шух. Спокойно так пролетел. И нормальцом. Острова здесь есть. В общем, классная карта. Не знаю, как вам, мне понравилось. Мне понравилось. Пишите, в общем, свое мнение по поводу этой карты. Да, ребята, еще здесь офигенный дождь. Дождь реально с грозами. Прям молнии такие сверкают в небе. Гром, раскаты грома. Прям офигенно атмосферно. Погодка здесь прям зачет. Вот она. Это голова Бэтмена. Ну реально Бэтмен какой-то. С зубами с такими. А что внутри там, интересно? Давайте посмотрим. Я вот там ни разу не был, кстати, сам. Надеюсь, не ваншотник нахрен. Закинуть туда кого-нибудь. Да, там просто лава. Но светится она за километр. Где-то была похожая гора. В каком-то то ли фильме, то ли в мультике. В общем, Мордор прям.
Сюда можно идти кольцо выбросать. Жесть. Реально жесть. И такие факелки для пущего эффекта. Смотрите, прям металла-то здесь сколько. Нормально так напихали. А это мыши летучие здесь обитают. И змеи ползают. Огненные, видимо, да, змеи? Саламандры нахрен. Ну, красиво, красиво. И просто смотрите, здесь сколько водного пространства. Если введут какие-нибудь лодки большие. Либо, не знаю. Ну, я думаю, в будущем-то еще добавят сюда что-нибудь. Ну, просто реально это хрена здесь места свободного получается. Еще спокойно один такой же материк сюда влезет. И нормально будет. Забавно, забавно. Напоминает местность такую прям. Вот Warcraft, вот один в один просто. Warcraft, твою мать. Я все жду, когда же это запилит полноценную там Азеротт, полноценную карту, это со всеми островами в арке, в полный масштаб. Вот это будет реально эпично. Представляете, где-нибудь в Барнсах себе хотеночку построить, либо там в каком-нибудь Штормграде, еще где-нибудь. Это для тех, кто играл в Warcraft, слышал про него что-нибудь. Информация. В общем, как-то так. Ну что ж, ребята, давайте на этом закончим сегодняшнюю серию. Ничего мы толком не сделали, да, я знаю. Но зато посмотрели на этот замечательный мир. Провели такую небольшую разведку. Показали вам все красоты этой карты. И приглашаю вас поиграть на этом сервере. В общем, ссылочка в описании. Как обычно. Заходите, качайтесь. Замутим какой-нибудь альянс, может быть, в трайп возьму, не знаю еще, по поводу набора. Еще пока не думал. С вами был Рирс. Спасибо за ваши лайки, спасибо за репосты. Подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Всем пока. У вас есть свой проект, который очень медленно набирает популярность? Тогда я готов вам помочь. Самые низкие цены, высокое качество и большой спектр услуг. Ссылка в описании.